Сыграть на удержание. Он прекрасно понимает, что 0-2 в такой ситуации он ему гарантирует чуть-чуть побольше свободной жизни. Вот сейчас пока Саванс, сместившийся с плавным центром, никуда не ворвался в штрафную. Держал на третьего наткнулся, упал, но при этом освободил фланг под отпустим. Александра и рикошет, и вот сейчас был бы шанс у Эрика Бигфалби, до которого этот мяч в конце концов не доходит. Конечно, здесь его время. И вдвоем... Покажу.